Вливать в сеть видеоролики с предприятий внедорожный планирует с помощью мобильного интернета. Посмотреть путевые репортажи Руслана можно будет на его канале в YouTube. Александр Мизнов, Александр Голубев, Вести Владимир. Такие новости к этому часу. Хороших вам выходных и до встречи. Компания собралась веселая. Очаровательные обезьянки Тим и Тома, карликовые грунки, маленькие пушистики с крохотными пальчиками, розовыми пятками и длинным хвостом могут рассмешить любого. Среди обитателей и самая умная обезьянка породы Саймири по имени Семен Семенович. Относительно массы тела у нее самый большой мозг, поэтому она ловко управляет вожаком стаи. Яванская макака Ваня на выставке за главного, следит за порядком, за всеми нужен глаз да глаз. Постояльцы выставки живут одной большой дружной семьей, играют друг с другом, иногда ссорятся и тут же мирятся. Кто обладает спокойствием и самообладанием, так это 4-метровый питон Яша. В общем, кого тут не встретишь. Индийскую сухопутную черепаху, черногорлового варана, летучую собаку, индийского крокодила, жабу-рогатку, венесуэльского амазона и других животных. На выставке царит добрая обстановка, так что приходите и знакомьтесь с каждым из них лично. Выставка «Живая Африка» расположилась на 4-м этаже торгового центра «Гранд». We'll be right back.